Социальный ролик, созданный творческой группой национального телевидения «Чувашии» в числе победителей всероссийского конкурса. Конкурс проводится по всей России в течение уже 5 лет. И с каждым годом его география и количество участников растет. В этом году комиссия рассмотрела более 4000 авторских работ почти из 70 субъектов страны. Главное условие конкурса – участникам должно быть от 14 до 30 лет. Тематика роликов самая разнообразная – здоровый образ жизни, деятельность конфессии, волонтерство, сохранение окружающей среды. Творческая группа национального телевидения создала ролик «Подари жизнь» о поддержке материнства и профилактике абортов. В полутораминутном ролике 4 истории, 4 несбывшиеся мечты. Жюри, в состав которого вошли представители министерств и ведомств крупнейших общественных организаций, российских СМИ и ведущих вузов России, присудило нашему ролику «Подари жизнь» 3-е место. К слову, это единственная работа из Чувашии, которая смогла пройти строгий отбор и сумела завоевать призовое место. Автор идеи сценария – студентка факультета журналистики Чувашского государственного университета, нештатный журналист Татьяна Филатова.